В рамках благотворительной программы Норильского никеля «Мир новых возможностей» на базе Центральной городской библиотеки реализован проект «Фестиваль «Город мастеров». Закрытие фестиваля состоялось накануне одного из основных праздников Мончегорска – Дня металлурга. Юлия Барабан и Александр Николаев продолжат. Проект «Фестиваль «Город мастеров» направлен на вовлечение юных жителей промышленного города в изучение истории края и Кольской горно-металлургической компании, на расширение знаний о профессиях градообразующего предприятия. Все мероприятия, реализованные в рамках проекта, активно поддерживает администрация Мончегорска. Во-первых, это проект направлен на развитие профессиональных компетенций, заложение каких-то навыков. Также это внебюджетные средства, которые компания «Норильский никель» выделяет на развитие своих территорий присутствия. Поэтому очень кстати, что в День металлурга идет такое знаковое отчетное мероприятие, фестиваль. Значит, и в связи с этим хочется поздравить всех металлургов, настоящих, будущих и ветеранов отрасли с праздником Днем металлурга. Пожелать им самое главное здоровья, материального достатка, благополучия. Ну и чтобы такая погода, ясная, как сегодня, сопровождала всегда. Отличная погода стала одним из основных факторов успешного закрытия фестиваля. Столько мончегорцев в библиотеке увидишь нечасто. Молились просто всем богам, кому можно было молиться. Конечно же, хотелось хорошей погоды. И ждали, и очень рады, что нас услышали небеса, и солнышко сегодня светит. Потому что такое количество народа, да, которое пришло к нам сегодня на праздник, конечно же, в стенах библиотеки просто не поместились бы. Главная аудитория, конечно, дети. Весь проект красной нитью связан с профориентацией. Интерактивная программа, главным героем которой стал гость из Норильска Никелька, впечатлила не только ребят, но и их родителей. Замечательное мероприятие, задорное, веселое, соответствует тематике праздника. Естественно, дети для себя что-то узнают новое. Так что замечательно все. В игровой форме ребята узнали об истории градообразующего предприятия, об истории родного города. Так или иначе, пользу от таких мероприятий каждый человек извлекает для себя индивидуально. Узнали, что у нас люди хорошие в нашем городе, и что надо помогать друг другу. А про металлургов ничего не узнали? Нет, что они добывают руду и золото. Железо. Молодец. У тебя родители работают на Кольской ГМК? Только дедушка работает на заводе, комбинате. Цели и задачи проекта в первую очередь воспитание любви к своему городу, к людям, которые в нем живут. Воспитать желание жить и трудиться здесь, в Мончегорске. И с гордостью нести почетное звание города металлургов. Металлурги.